Так, распечатаем после перевозки. Сегодня 5 июня. Як кажуть, зозуляку є, значить майський мед є. Так, сеточку убираємо. Вот, как видно, побелка пошла. Сейчас уже поздно, не очень видать. Ну, вот здесь. Так, сейчас вытягиваем гвозди вот эти расклиненные для перевозки и посмотрим, что там в середине делается. Вот мы разбили. Вот эта рамочка просто стояла. Сушь за заставной. А они сюда наносили уже. За заставную рамочку надо будет ее теперь в гнездо ставить. Но это еще не все. Вот. О. Вот что наделали. За заставной. И медом заносили, конечно, сюда. Поделали такие языки. Вот так. Так, посмотрим. Ой. Сегодня погодка немножко дождливая. В обед дождик был небольшой. Но после дождя опять пошли работать. Вот как видно. Просто пошла побелка, но отпечатки нет еще. Еще большая влажность. В меде надо водичку удалить. И будет мед с акацией. А так все работают, пчелки. Чтобы принести ложку меда, 200 пчел должны работать целый день. Вот и посчитайте, сколько это надо труда для пчелы, чтобы принести сколько меда. Фильтрует, переносит с ячейки в ячейку, удаляя при этом влагу. С нектара. Нектар превращая в мед. Вот так. Ну, попробуем зайти сюда.
как улей здесь. О, а вот наш сторож. Руками поймал рыбу. Вот это места у нас, видите? Прямо в этом, где сбегает вода после дождя. Да, уже упал. Живо, класс, оно видно, что с травой прямо. Сейчас найдем пакет. Вот это, Витя, сторож, да. Так, вот такая у нас пасека. И мед, и рыба. Но мне за этим, за пчелами некогда и на рыбу сходить. Так, ладно, помогу пакет какой-нибудь найти, и сейчас на ужин будет пуха. Вторую ночь уже ночуем здесь. Ты на пасеке. Что? Помочь ее разделать? Да разделаем, конечно, было бы что разделывать. Сейчас сделаем все. Я бы никогда не разделал. Ты что? Я знаю, храню, по 10 килограмм. Все, будем разделывать. Тут упаришься даже заводит, звонит. Давай.